На центральном стадионе в Одинцове собрались профессиональные футболисты, болельщики и все любители этого динамичного вида спорта. Здесь прошел очередной матч медийной футбольной лиги. На поле вышли игроки из команд «Broke Boys» и «Интер Лесгафта». Я думаю, что хорошие, заполненные трибуны. И я думаю, что в Одинцове, если мы вот этот матч спонтанно организовался, если будем готовить следующие игры за неделю, будем разыгрывать какие-то призы, будем в том числе и с едой как-то здесь там приносить, ну, как типичный там, немецкий футбол, там сосиски, еще прочее. Вот, я думаю, что можно построить культуру потребления спортивного продукта. В такой товарищеской игре соперники отработали тактики для будущих матчей. Пока что нам нужно заявиться и нормально отыграть сезон медиалиги, получить как раз путевку в Кубок России и уже в ходе сезона заниматься новшествами, потому что сейчас как раз именно взаимодействие с Одинцовым, там в ближайшие месяцы за медиалиги, постоянных матчей, времени будет не так много, но потом мы обязательно что-нибудь придумаем. Спортивная удача в этот раз была на стороне «Broke Boys». Итоговый счет на табло 4-2. Спортсмены обеих команд смогли обменяться опытом игры и показали хорошую технику владения мячом. Также это стало разминкой перед началом третьего сезона. Групповой этап турнира стартует уже 29 апреля. Станислав Трифонов, Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».